принял я самый лучший путь. Я нашел самый грешный путь. Я покинул и по новому пути пошел. Самый грешный путь я покинул и по новому пути пошел. Никому ничего не сказали, потому что боялись.
Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшие его воскресшего, не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари». Аллилуйя! И мы здесь видим, да, что эти женщины, которые собрались помазать тело Христово, и они шли, да, как бы, кстати, с надеждою, значит, к этой пещере, чтобы того учителя, да, того любимого человека, которого они очень любили, так сказать, приготовить к погребению, то есть на вечные времена. Да. И видим, что ангел возвестил, что его там нет. Что его там нет. И они посмотрели, действительно, в этом как бы гробу, да, в этой пещере Иисуса не было. И мы видим, что Иисус являлся ученикам. Иисус являлся и показал им всем, что Он воскрес из мертвых. Что это не было как-то, так сказать, там, спартанно, да, ну тот, я видел, а тот говорит, а я не видел, да. Вот. Но, наконец-то, Он показался всем. И все эти ученики потом могли идти, так сказать, с великой радостью, значит, весельем, и говорить о том, что учитель их, Иисус Христос, с которым они были, да, который их учил, Он воскрес. И что, Он им сказал: идите и научите все народы, да? То есть, идите и скажите всем людям обо мне, то есть, проповедуя мое слово каждому человеку. Как я вот уже пил, да, сейчас, что, конечно, когда-то кто-то мне сказал об Иисусе, да, вот, и я принял это слово, вот, и Господь Духом Своим Святым ведет меня и дальше, да. Когда-то кто-то вам сказал, то есть вы открыли свои уши, да, это, значит, духовные услышали это слово спасения и пришли, и вот мы находимся здесь. Так и мы должны пойти и сказать этим людям, которые находятся вокруг нас, которые находятся вокруг церкви, да, и так далее, то есть в ближайшем районе Москвы и так далее. Да даже где бы мы ни были, какой бы стране это начался или в мире мы бы ни были, мы всегда должны свидетельствовать об Иисусе Христе, потому что мы свидетели Иисуса Христа. Как уже здесь говорилось, да, значит, про свидетели Иегова, вот, а мы с вами свидетели, свидетели Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И мы должны свидетельствовать. И понимаете, то есть не просто сказать: Иисус воскрес и так далее, но пойти и убедить людей, чтобы они могли прийти. Да, как в одной притче сказано, да, что это, кстати, этот богатый человек, который приготовил, кстати, пир, да, и говорит: пойдите по всем заборам, по всем там этим, так сказать, подворотням, да, там, по всем там этим там, бомжатникам, пойдите и убедите прийти людей на пир. И мы с вами должны убеждать людей прийти на пир Христов. Да благословит нас Господь. Сейчас будем собирать пожертвования, десятины, как всегда мы с вами это делаем. Давайте то, что мы имеем, принести Господу, встанем на наши ноги. И то, что мы имеем, и принести, возьмем в наши руки, помолимся и благословим эти финансы, потом будем...